Отвали от меня! О боже, он меня преследует, он меня проглотит! Нет, 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 нет! Рекс, нет, нет, пожалуйста! О боже, один укус, и я труп! Отвали! О боже, убереги меня, спаси и сохрани! И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и как я вам обещал, ребятки... В следующей серии по гипердинозаврам мы поиграем с вами за людей. Боже, это немыслимо. Я даже не представляю, когда в свое время в The Isle были люди. На что это было вообще похоже, блин? Ой-ой-ой, да, это какой-то вообще беспорядок беспорядочный, честно я тебе скажу. Я скажу так, ребятки. Нам придется поиграть лишь всего лишь вот такую вот... За такую красавицу, посмотри. Туземка или кто это? Что это за человек? Я, конечно, знаю, что в игре The Isle раньше были две фракции. Какие-то аборигены и военные. О-о-о-о, тихо-тихо-тихо. И вот, кажется, нам предоставился шанс поиграть за этих аборигенов. Представляешь, если бы сейчас ты бы в The Isle играл бы за людей, на что это было бы похоже? Это, блин, нет, это, ребята, точно не по мне, и я прошу разработчиков не вносить людей, ой-ой-ой-ой-ой, не надо меня кусать. Прошу разработчиков не вносить людей в игру, пожалуйста, не надо этого делать. Да, по-моему, что-то там разработчики пищали об этом, но потом, видимо... Передумали. Так, а что мы можем? По идее, ребят, я скажу так, что по идее мы ни хрена ничего не можем. Ну, кроме того, что стрелять из лука, вот давайте зафигачим этого Рекса бесконечными стрелами. Она их рожает, что ли? Скажу для тех, кто пишет мне в комментариях, что, слушай, мне гиперспина наскучили и всему тому прочее. Ребят, я смотрю по статистике. Как говорится, есть спрос, растет, вернее, спрос, будет вам и товар. Скажем так, ясно и коротко. Такс. Ну, что мы можем? По идее, мы ни хрена не можем. Когда-то там был выбор какое-то оружие или еще что-то. Они могли раньше кидаться, стреляться огненными стрелами и всем прочим. Но сейчас это вот я просто, знаете, вот... В пустоту стреляю и не более того, ни хрена. Давай, спина, я тебя сейчас прямо в твой кончик хвоста, и ты у меня откинешься. Да, в реальности, конечно. Ой, ты иди-то нафиг отсюда. Слушай, меня тут все так и норовят испугать своим укусом. А тут реально, тут идет Мочилово, по-моему, сейчас я пропустил, могу ошибаться, там перемотайте, если что, там на минуту назад, на две, на три, блин, не знаю. Кого у нас убили? По-моему, Гиперспина, да? Или я ошибаюсь? Так вот о чем я? Да, раньше вообще в The Isle на... Ой, блин, как они орут, меня даже глушит, я чуть-чуть отойду назад, ну его нафиг. Дабы вы меня слышали, тут разорались как сумасшедшие. Сумасшедший дом, сброд. Что это за брод нахрен? Короче, раньше я помню, что на начальных порах The Isle люди, они могли убивать динозавров. Да, был выбор там огненных стрел и различного другого оружия. По-моему, даже было и огнестрельное оружие. Ну, на тех порах, честно признаюсь, ребятки, я не был знаком с The Isle, и приходится черпать информацию спустя, блин, некоторое время, так что, ну, не обессудьте. Не обессудьте, да. Такс. Чё мы можем? По факту просто тупо сейчас бегать здесь, и более ничего. Давайте представим... Слушай, а почему нет? А почему нет? А вдруг я сейчас кого-нибудь из этих гиперов, да, убью? А представь, да, мне такая возможность, блин, выдастся.
Давайте до бесконечности застреляем вот этого Рекса. Нет, по-моему, ему вообще просто начхать. Ему начхать. Да, мои стрелы. Такс. Я понял. Очередное волшебство от админов на сервере. Но ему просто наплевать. Вроде бы как раньше еще можно... Ой! Нифига себе. Слушай, я думал, что я как бы такой бомж, и мне все равно. То есть они мне не нанесут никакого урона. Оказывается, мне могут нанести урон. Не, ну вообще, по идее, вот тот гиперспина, который по мне только что прошелся, он меня просто бы, знаете, втоптал в эту траву, и от меня бы ничего не осталось. Блин, настолько все забаговано, что просто трэш. Но можно представить себя, ну, примерно, можно представить хотя бы размер человека. И вот ты стоишь, вот сейчас, подожди, стой. Ты у нас кто? А, ты у нас корявая морда гипер-гига. Можно хотя бы представить на секунду, насколько эти твари огромные. Куда ты делся ты? Все, что ли? А, подожди, они там, по-моему, перевыбирают себе динозавров. Ну ладно. Хотя бы можно представить, насколько эти твари огромные, если сравнивать сейчас. Даже если ты сейчас просто играешь в The Isle, вот смотри. Насколько маленький человечек по сравнению вот с этим... Даже просто гипер... простите, гигой. Гигой. О чем-то болтают, о чем болтают, я не понимаю. Что-то там переговариваются. О, по-моему, я даже уже отрегенился. Ой, блин. Это жесть. Это, конечно, очень весело и круто, забавно. О, по-моему, они даже сейчас... Подожди. Гипа будут ставить яйца. Круто. Ну, как можешь обратить внимание, что у человека... стамина, по-моему, бесконечная. Бесконечная еда, бесконечная вода. Блин. Я не знаю, чем раньше могли питаться люди в The Isle. Так, слушай, а мы можем... О-хо-хо-хо, слушай, офигеть. Мы можем даже бродить под водой. И мы не утонем. Да ладно, реально мы не утонем. Мы бессмертные, человек бессмертен. Сука. Я так и думал, что когда будет Третья мировая война... Как говорят, человечество погибнут. Погибнет, останутся одни тараканы. Хрен там тебе два. Тараканы погибнут, человечество останется. Слушай, а мы можем прочекать гнездо? Ого, даже есть яичко. А мы можем его уничтожить? Ну так, ради забавы, конечно. Хрен там что получится. Стрелы невидимые, бесконечные и всему тому прочее. Ну почему мы не можем даже прыгнуть? Странно. Очень странно, да. Вообще, я, конечно, почекал все настройки по человеку. И, блин, ни одна клавиша на моей клавиатуре, она ни хрена не срабатывает. То есть настолько все забаговано. Но, сука, я скажу так, что китайцы хитрые. Хитрая нация, не буду говорить хитрые существа, хитрая нация. Да, мне кто-то там спрашивал в комментариях, слушай, а вот как, откуда взялись нахрен вот эти гипердинозавры в нашем сегодняшнем времени? Типа, китайцы взломали же, да, или... Давай. Ой, твою за ногу, мать, вот это реально шок. Китайцы же взломали, или они как-то официально купили у разработчиков? Ребят, у меня есть два варианта. Вообще, конечно, больше я склоняюсь к тому варианту, что Кита... Здорово. Я не могу тебе ответить, ты понимаешь? Твою мать, это жестко. Я склоняюсь к тому, что... Да хорош ты орать. Дай мне высказаться моим подписчикам, моим друзьям на канале.
сейчас я больше склоняюсь к тому, что китайцы, они взломали. Да, взломали разрабов. Но и есть еще один такой вариант. Ой, меня пытается сожрать. Он меня пытается съесть, реально. Но есть такой вариант, что китайцы, они могли выкупить за жирный, сладкий донат. Посмотри, Рекс со мной бегает. За сладкий донат выкупить вот этих гиперов у разрабов. Ведь потому что в Эвриме сейчас все хреново. И как-то нужно, как правильно сказать, как-то разнообразить, удивить свою комьюнити, мать его. И вот, пожалуйста, они внесли гиперов. Но с другой стороны, китайцы, он меня одолел. Китайцы, сука, одолели все сервера. Все сервера, буквально все сервера, официальные, неофициальные, они клонируют их. И, как говорят, все те, кто заходит на сайты клоны, теряют свои Steam-аккаунты. Ребят, так что будьте осторожны. Реально. Будьте осторожны. Я думаю, что в этой серии я высказал все то, что у меня уже давно, так сказать, накипело, а вот этот монстр от меня не отступает. Отвали от меня! О боже, он меня преследует, он меня проглотит! Нет. Рекс, нет, пожалуйста. О боже, один укус, и я труп. Отвали! О боже, убереги меня, спаси и сохрани. Спаси и сохрани. О, трэш. Да, я тебя... У меня даже... Стой, подожди. Все, меня тошнит от этих побегушек. Ну его нафиг, на тебе. Получай стрелы и все прочее. Да, ребят, как я вам и сказал, здесь всего лишь на этом сервере, где я играю, есть вот такой персонаж. Ой, простите. Это плюс 18. Простите, я под юбку больше не буду заглядывать. Сори, я культурный человек. Тем более наш канал смотрят дети. Все. Это не туда. Вот такой замечательный персонаж, за которого мы можем поиграть. Ну, да, чисто тупо побегать и все тому прочее. Нету тех персонажей, которые раньше бегали с автоматами, там, с пистолетами, убивали динозавров, запрыгивали к ним на шею. И там, я не знаю, могли управлять или нет, напишите мне в комментах. Я буду ждать от вас этих комментариев. Вот. Ну, хотя бы можно представить, что раньше творилось в The Isle. Да, реально, я умоляю разработчиков, пожалуйста, если вы выпустите в дальнейшем, хотя вряд ли вы это сделаете, если вы выпустите в дальнейшем людей в The Isle, то реально я потеряю просто к ней интерес, да и многое... Многие люди, все комьюнити, наверное, потеряет интерес. Но они не будут такими забагованными, как вот эта вот девочка. Да, пускает стрелы в никуда и всему тому прочее. Ладно, короче, ребятки. Надеюсь, вам данная серия понравилась. Может быть, она была краткая, но я много чего тут рассказал по ней интересного. Попробовал, хотя бы представил то, что раньше было в The Isle. Короче, если тебе понравилась эта серия, пальчик вверх, подписка на канал. До новых встреч. Пока-пока.